Вот у нас теплая компания очередная. Рэй, ну, наверное, вы его узнаете. А это у нас Тора Сенбернар. Полезла тут вот в озере, искупалась. Ну, озеро не видно. Вот такое гринпинская трясина. Ну, озеро, озеро карьерного типа, скажем так. В нем можно построить карьеру. Вот, в итоге Тора решила, что она превратится в бегемота. Поплавала там. Как раз хорошая погода, снежок пролетает, чтобы в озере купаться. Тора, туда идти не надо, не надо, не надо, да. Ну, а Рэй говорит, я в озеро не полезу, я умная собака, да. Ты симпатичный, ты красавец. Красавец, очень красивый пес. Мне очень нравится. Ну, они все мне нравятся. Ну, вот каждый по-своему прекрасен. Да, да, да. Ку-ку-ку-ку. Тора, выходи оттуда. Выходи. Все, пойдем сейчас уже с Торой, потому что на улице все-таки не май месяц, а всего лишь март.